Башнефть, входящая в структуру Роснефти, сокращает углеродный след в регионах присутствия. Специалисты предприятия выполнили свыше 4600 замеров, в ходе которых на 29 производственных объектах предотвратили выбросы метана. Реализацию природоохранного проекта инициировали инженеры компании «Башнефть-добыча». В ходе наземного контроля они провели масштабное обследование 29 производственных объектов с наиболее высоким потенциалом возможных утечек парникового газа. Это 18 установок предварительного сброса воды, установка подготовки нефти, 5 компрессорных станций, 4 нефтесборных парка и пункт сдачи нефти. В этой работе помогло оборудование с лазерными, ультразвуковыми и тепловизионными датчиками. Наземный контроль выбросов метана стал логичным продолжением аэромониторинга, к которому башкирские нефтяники приступили в 2021 году. Тогда были обследованы 26 производственных площадок, а в этом году их количество увеличили до 27. Причем 6 из них прошли процедуру повторно. Еще на 21 объекте воздушный мониторинг проводился впервые. После диагностики все ненормируемые источники эмиссии парниковых газов были устранены. Отмечу, поступательное движение к углеродной нейтральности – один из ключевых векторов развития Роснефти. Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия своего производства на окружающую среду.